Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Решил я заново начать Manor Lords, благо тут вышло тестовое дополнение, как всегда с проблемами с сохраняшкой. Я его установил, мне мастер сказал, что там дофига что исправили, и это прекрасно, что исправили. Давайте заодно вам покажу, где что там ставить и как. В библиотеке. У себя в Steam. Выбираете Manor Lords, вот эту игру, свойства. Залезаете в свойства, в бета-версии. Вот тут есть объявление про новый патч, открытый для бета-тестинга. Тут вот код. Этот код копируете. В бета-версиях вот тут, вот сюда его вводите. Нажимаете проверить, у вас откроется пререлизная версия. Незаконченная. И все, и у вас будет вот эта вот самая новая версия. Вот так это работает. Так, и попробую заново пройти. Давайте герб сохраню. Игра сохранена, хорошо. Попробую, пройду все-таки. Победю, так сказать, этих упырей. Погнали. Стандартный высокий, число спокойных лет тут было. Два. Давайте три поставлю, а там видно будет. Среднюю фигню выбираем тут. То есть, вот это чисто песочница, тут боевки нету вообще. А тут очень сильно бесчинствуют налетчики. То есть ходят, постоянно поджигают. А это среднее такое, более-менее, но есть барон, у которого надо отбивать. Поехали. Надеюсь, мне регион попадет хороший, потому что если регион попадет плохой, я пошлю эту срань нахуй и пойду новую запущу. Потому что мне хреновые регионы надоели. Объединю и поставлю все сначала. Так. О чем мы имеем? Давайте я сразу паузу. Что у меня есть? У меня есть бесконечный запас глины. Это, ну, такое себе не самое нужное. Все остальное конечное. Ну, знаете, как проверяется? Вот так у нас проверяется. Пшеница, смотрите, все зелененькое. Но глина бесконечная. Это приятно. Бесконечная глина, это радует. Можно торговать черепицей. Черепица это вещь. Устраивает. Остаюсь. Ну слух какой-то. Ладно, фигня. В прошлый раз меня просто выморозил вот этот вот регион, где я был, в котором... Что-то построить уже пытаюсь. Не надо ничего. Регион, в котором я был, где ничего не росло, он меня просто достал. Так, смотрите. Пшеница. Лен. Ну, лен похуже. Ячмень. Ну. Рожь. Все, зеленый. Естественно. Пожароопасность? Ну, ладно. Короче, пшеничка, да? Да погоди ты. Лагерь мой вот тут, да? Тут знаете, что плохо? Ягодные кусты и звери немножко не так расположены, как мне бы хотелось. Так, ну вот и колдобин-то я строить ничего не буду. Давайте начнем. Начнем мы, естественно, с колодца. Грунтовые воды. Прекрасно. Деревня будет в центре. Колодец. Дорога. Пойдет мимо колодца вот так по прямой. Какой черт меня рядом с городом каменоломни, я не знаю, но она там будет, видимо. Центральная улица это называется, господа. Так. Построить дома. Давайте первым делом поставим дома. Такие длинненькие будут. Двухместный дом. А черт бы с ним. Строим. Я строю двойные дома, как вы заметили, наверное.
Погодите, пока больше не надо. Так, тут чего у нас? Это колодец, да? Ну, не центр села, но тем не менее. Логистика. Нам нужен склад и амбар. Товаров вам недостаточно, хорошо. А, лесопилка. Лесопилка прям нужна. Так, товаров недостаточно. Ах ты ж! Увлекся. Убрать. Теперь товары есть. А, лесопилка. Так, хорошо. Значит, тут у меня... звери. Тут у меня тоже всякое. Вопрос, где будет лесопилка? Лесопилка будет все-таки здесь. Лесопилка у нас будет в приоритете, потому что мне бревна нужны. Ого, высокий. Так, вперед, мои орлы. Я могу? А, это припас. А где Воловья эта упряжка привязана? Я хочу ее перенести. Я могу ее перенести? Я могу ее перенести. Она мне нужна где-то здесь. Несите, ребята. Так. Ну, это я все перенести не могу. Сами разберутся потом. Первым делом мне надо наладить производство... Да, немного тут камня. Первым делом надо будет наладить производство дров. Бревен, не дров. Ну, дома начнем строить. Постепенно. Даже максималочку дам. Я настраиваюсь на большие дома, да. Но тут есть нюанс. Мне нужно маленькую деревню сделать. 5 хозяйств. Вот это хозяйство двойное, оно не считается за... Так, что там? А, этот противник мой. Дошли до рассказа о ваших свершениях. Бла-бла-бла. Так, мы тебя не любим, иди отсюда. Но все равно с тобой биться. Пошел. Так, все, хорошо. На что я, кстати, хочу претендовать потом? А, вот на это я хочу. Тут бесконечное железо. Железо прям надо. И живности дофига. Вот я бы вот это. А это уже разбойники сидят. Мило. Надо по-быстрому развиваться, по-быстрому ставить замок. Да. Домов еще нет, я уже замок ставлю. Я такой, да. Что вы думали-то? Люди, а вы где? Ну, они же немножко будут лишним сюда бегать, да, потому что припас, все вот это. Но ничего, ничем не могу им помочь. Еще даже брём не привезли. Ну что, бычар надо побольше. Сейчас поставят, все будет сейчас хорошо. Я, наверное, могу поставить рыночную площадь сейчас, потому что она ничего не стоит. Сто с чем-то место под ларьки, а? Как вам? Наверное, столько не надо. Вот столько, наверное, надо. Есть рыночная площадь. Ну, пусть кто-то там торгует на этой площади. Доступны отряды наемников. Ну, сами понимаете, отряд наемников, они, конечно, доступны. Но, во-первых, это платить каждый месяц, хоть хорошие ребята. А платить каждый месяц по столько. Место дышу губы. Барахло. А во-вторых, платить вот отсюда. А вот отсюда у меня пока ничего нету. Поэтому сидим на попе ровно. Что там, построили, не построили? Что у вас там? Бревно надо еще привезти. Ну да, бревно-то. Бревно-то все тут. Привезли? Привезли, строят.
Давайте, давайте. У меня одно бревно осталось. Жопа. Блин, 5 семей строителей, никто ничего не делает. Колодец строят, ну молодцы. Хотя бы колодец строят. Колодец, лагерь дровосеков построен. Давайте сразу дополнительно бахнем. Я вот этот угол просто сейчас отведу под вырубку. И все. И работайте там, ребята. Так, один много их нахреначит, мне интересно. Или мне ему второго в помощь добавить? Давай второго в помощь, потому что времени пока надо много. Че у нас тут? Топлива нет потребления? Ну и ладно, еда 2 месяца. А еда 2 месяца — это беда. Господа собиратели, вы мне нужны. Ягодки. Ягодки, ягодки, ягодки. Ягодки у нас вообще в жопе мира. Но тут ничего не попишешь. Где у вас дорога? Звуки страшные раздаются, да? Высокий уровень строительства. Дорога. Ах ты ж, дорога-то ведет от порога. Дорога есть. Полетели. Я там высокий уровень бахнул. Должны опередить. 7 древесина. Нормально. Тогда снизим сейчас уровень накала идиотии. Вот так. Еда. Месяц. Месяц еды фигово. Стройте быстрее, ребята. Везите полено быстрее. Везете полено. Ну, возможно, вот этот товарищ несет полено. Я просто быка не вижу, где бык ходит. Так, знаете, что я сделаю? Скотинявр тут одна только может быть. Вот это надо улучшить, нужно 2 доски. Я могу вторую стойку поставить. У меня будет 2 быка, да, хорошо, хорошая мысль. Логистика. Что на него надо? Ничего на него не надо. И второго быка призову. 2 быка, не один бык, не одна быка. Полено не привезли, бык где-то ходит. Давай, 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 быстрее. Полено где? Построено? Не построено. Блин, 4 семьи строителей, никто не строит. Хижин собирателей есть. Такая буква. Стоять. Двух собирателей, но я думаю, нормально будет. Вперед. А то тут еды-то, блин. Девять молотков короля разбойники, козлы. Давай. Just give me a hammer and something needs to not move. I'll put it in its place. Домушки строят, все хорошо. Ларек с едой. А чем торгуем? А ничем не торгуем. Ну ладно, не важно. Так. Пошла еда. Шикарно. Строим дальше. Дальше нам нужна логистика. Нужен склад еды. Так, это рынок, что ли? Ага. Не так. Так, докуда ты? Вот тут. Вот тут где-то, да? Вот так. Чего там нет доступа к дороге? Вы о чем? 25 древесины. Склады готовы.
фигачим. Потому что, ну, пропадет все, если не склады. Так, дальше строим дома. Дальше дома. Так, какой вы ширины, ребята? Мне удобнее будет отсюда. Ага, вот такой. Блин, это не двухсемейная фигня. Это односемейная. Вернее, две односемейных. А знаете что, пускай будут. О, одна такая. Отлично, вот это мне больше нравится. А это два. Так. И два один раз домика, да? Давайте для разнообразия пойдет. Пошел, к примеру, если как ним морковные поля вот эти, да? Вот эти огороды. Они от объема зависят, а куриные нет. Хищный собиратель заполнено. Ну что поделать? Высший приоритет, амбар. 21 древесина, шикарно. Что у нас тут? Топливо 4 месяца. Да, надо строить. Надо строить, где у меня? Где у меня, где у меня, где у меня, где у меня, у меня вот тут где-то. Так, тут у нас прям такой узел. Дрова. Пилораму сразу давайте. Тебя убрать. Снести. Баблища осталось мало. А что, давайте тут огород. Ничего нет. Так, а вот тут уже надо будет ставить замок свой. Благо камни рядом. Нам их быстро выкопаем. 160 камней. Вообще ни о чем. На замок бы хватило, на церковь. Тоже, кстати. Что там, август уже? Да, блин, так до зимы можно пробаландиться. Амбар завершен. Шикарно. Так, я в амбар человека загоню. Работай, человек. Что у нас там? Ну, еда 9 месяцев неплохо. Хотя как немного не ягод набрали, ну ладно. А кто у тебя работает, хотел бы я знать. Один здесь. Погодите, это странно все. Один на пилораме. О, на эту. На дровосеках. Один. В ягодах, наверное, да? Два в ягодах. Что по ягодам? 12. Один ягод, уходи нафиг. Что там у нас в доске немножко надо упороться, наверное, да? Ну ладно, строительство пока идет. Ничего нет на хранение. Да. А убирать тут будет припасы? Ну что-то припасы. Такие припасы, такие припасы. А припасов еды нету, я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Припасов еды нету. Там у тебя отсюда скоротим, вот сюда припахаем. Забирай припасы в нычку. Безработица. Нет у меня безработицы. Фиг ли вы докопались? Это не безработные. Я, кстати, даже не знаю, где они ходят, эти орлы. Морковка. Морковка. Чё, по еде? Морковки нету.
Но видите, они окучивают поля прям. То есть урожай раз в году у них бывает. Ну что, сейчас дома построим, будет счастье. Так, на складу что-то есть? Ничего нет на складу. Так. Родичи присоединились. Два месяца. Что, два месяца? Топливо два месяца. Во. Так, дровишки. Ну давай сейчас построим дом-то. Так. Поселение повысится уровень. Шикарно. Дровосеки, давай. Очко развития припал. Что у нас там? Оружие. Да. Так, у меня есть ополчение, я так понимаю. Но, блин, ополчение у меня... Кот наплакал. Где у нас? Я 20 человек могу снарядить. У меня столько народу нет. Так. Мне дом надо. У меня будет дружина, видимо, когда дом будет, да? Да. Так, что мы апнем? Ох, тут что-то спорно. Шахта. А, нет, выжигание угля. Выжигание угля, иди нафиг. Рожь. Не факт. Мед говно. Мед ни о чем. Капканы такое. Лесоводство больше с кустов. Ну, тоже спорно все. Удобрение. Давайте я сейчас бахну яблочки. И через нее рожь. Потому что рожь, ну, она обязательно прям. Так, что у меня насчет замка? 20 досок, 15 камня. Досок нет. Ну, будем верить, что ко мне люди присоединятся. Мы же будем в это верить. Что-то на 2 месяца топлива на 2 месяца. Ага. Дровосеки и пилорамы. Шикарно. Ну, там люди присоединились, да. Ускоряемся. Ларек с дровами. А, ларек с дровами хорошо, а вот это вот как? Так, набежали, будут строить. Тут есть человек? Да. Дровосеки. Теперь пилорама. Так, дровосеки. И начинаем расширять хозяйство. Пыщ. 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 Ничего не пыщ. Вот так. Сейчас там построят пилораму. Топливо заканчивается. Иди нафиг, не заканчивается. Все хорошо. Все хорошо. Кстати, дополнительно. Вот так. Работаем. Топливо месяц. Ну, сейчас все пойдет. Сейчас все будет нормально. Хранится. Теперь мне нужны люди. Пилорам завершена, отлично. Так, месяц у нас октябрь. С ягодами у нас беда. С ягодами беда. Ну, 5 кустов, да, это беда. Так, а насколько там еды на 10 месяцев? Нормально, живем. Ты еще охоты не занялся. Пилорама, давай, чувак. Резерв для строительства 5 бревен. Ладно, 10. Пошел. Что у нас тут? Бездомность. Ничего, никакой бездомности, все хорошо. На 20 человек. Я 10 пока могу вооружить. Мало.
денег пока нет. Факторию надо, но людей сначала лучше. Это как-то нужнее, чем фактория. А что, ускоримся? А у вас тут дом-то еще плюс. А, строится, отлично. Блин, зараза, дрова украли. Знали, что спереть первым. Так, ну я на ягодах живу. Так, 5 семей, 10 домов. У меня прям запас. Одобрение не сильное, вот что. Увы. Так, я надеюсь, что кто-то у меня пилит доски. Кто-то у меня пилит доски, я надеюсь. Так, кто-то рубит, кто-то рубит. Кто-то дрова рубит. Кто-то сидит не пилит, потому что тут мало. Приближается зима, хорошо. Но доски будут, доски будут. Ждем. Еда 6 месяцев. Овощей как не было, так нет, яйца надо было разводить. Вот. Ноябрь. Какой-то солнечный ноябрь удался. Ну, люди что-то ко мне не спешат. Что можно сделать? Можно бахнуть церковь. Двадцать досок. Досок пока нет. А мужик, который их пилит, сидит. Не пилит, да? Или он медленно пилит? Но он пилит вообще. Нет, не он пилит. Вот он. 15 досок. 20 досок. Отлично. Так, скорость уменьшим. Ну что, давайте тогда духовность увеличим. Я хотел построить себе замок, но, видимо, не судьба. Надо больше народа. Факторию тоже, кстати, надо. Ну, с факторией проще. А чем в фактуре? Факторию глину. Доски можно продавать в факторию, кстати. Пять месяцев. Нормально. Топливо. 6 месяцев. Так, товарищ с топливом, да, мы тебя пока аннулируем. Пока строить надо. Усиленно. Давайте факторию бахну. Фактория. Там церковь натаскивает всякое. Хорошо. Замечу, овощичек-то я так на рынке и не увидел. Че у нас вообще походит? Ну, духовности нет, еды на рынке... Вот такой вот. А что можно тут вообще сзади еще построить? Сапожная. Понятно. Oh,
Долго возит. Ну, бычар-то больше нет. Сколько тут бычар? А, две бычары. Там. Но церковь надо, потому что вот тут духовность-то маленькая. Бездомности нету, да. Ну, сидим, смотрим. Барон пока вроде не сильно свирепствует. У меня все население 15 человек. Точно, несерьезно. Так, церковь хреначит, да? Ну, там еще два камня надо. Да, факторию делают. Ну, в факторию у меня человека нет. Вообще, церковь функционирует без людей пока. Так, сейчас церковь построят. Ура! И в факторию. И в факторию освободившись, человек посажу. Что это вообще? О, доски есть. Я сразу открою торговлю досками. У меня будут деньги. Какие-никакие. Что-то у нас. Все есть. Строить давайте, собаки. Ленивые. Отлично. Давай помедленнее. Человеку назначим. Торговля. А, и сразу доски. Двадцатку оставляем. Вывозить. А, вот 20 досок оставляем запас, а все сверх продаем. Хреначим. Вот так денежки-то у нас появятся. Ну, где-то на 60, мне кажется, люди пойдут. С едой пока и беда, у нас еды один вид на рынке. А знаете что? А, у меня же нету охотника. Ха-ха-ха. Давайте фигачьте. Хоть какая-то еда пойдет. Пока я. И надо замком заботиться. Блин, людей. Людей надо. Срочно. Блин, 5 ягод теперь, козлы. А, вот оно и оно. Оп. Стоямба. Надо кого-то назначить. Давай строителя назначу. В принципе, что мне. Так. Охотничья квота 10. Пошел. Зверей 20. Нет, не занято семей, чтобы погонять валов. Ну и нету, и чего. Переживете. Вот давай лесоруб пока уберем. Немножко голод может быть. Means, а еще непонятно, почему мы, у нас торговля не торговля, да? Ох ты, 70. Ох, как мы еще 50-то продадим. Где? У меня? Не у меня. Даже не в соседнем, а противоположный. Отлично. Мне не нать. Следы разбойников стоит ли отправлять? Выследить. Приготовиться набегом. Давай, ладно, выследим. Армия феодала, ты что делаешь? Куда-то идет. Все, вот он уже нанял, пожалуйста. Вот у него 120 сил идет. Я просто уверен, что это вот мой вражина. Он не ко мне идет, но тем не менее. Ну как так? Ну почему компьютерному персонажу дается такой прям бонус офигенный? Так, где моя логово-то?
Логово ты где? Вот мое логово. Он уже все, он уже развился, ему уже ничего не надо. Так, немножко мяса есть. И это хорошо, немножко, немножко овощи есть. Так, фактория что-то по нулям. Это фигово. Где ягоды-то? Пока ягод нет. Два месяца. Вытягиваем, вытягиваем потихоньку. Охотники вытягивают. Зверей. Там потом охотника на ягоды перекину. Так. 46. Мало пока. Ну, в принципе, что, овощички вон есть. Все есть. Овощи, мясо, три вида еды на рынке. Ох, яблочный сад полтишок стоит. Ну, просто тупо ждать сейчас. Через год будут набеги. Я еще ничего не строил. It was simply a bad. These things do happen from time to time. 15 ко мне камень надо добывать. Хм. Ну давай, что каменоломню пока бахнем. О, хорошо. Прям встало, прям в ряд. $125. Я все задал. Вывозить, блин. Все, сейчас приеду. Сейчас у меня будут деньги. А я думаю, что мне не приезжают-то? Так, что по ягодам? Ягоды есть, все прекрасно. Снимаем охотника. Тем более тут уже 13, ладно, пускай плодятся. Снимаем охотника. Ставим ягодника. Сюда бы еще одного ягодника поставить, ну да ладно. Ну 46, мало. Фарвуд. 5 месяцев. Блин, люди, где вы, люди? Бревны есть. Никто не строит. Значит, армия другого феодала. Кто такие? Один с наемницы. Наемники. Ну, а он, да, он, видите, он сейчас лагеря зачищает, он себе прокачивает репутацию. Я не участвую. Прокачивать себе репутацию. И будет захватывать. А я все еще сижу, я все еще развиваюсь, да. Вот так вот. То есть компьютерному противнику уже все заранее есть. Это просто вот вымораживает. Вывозить. По 2 рубля, конечно. Ну тут сразу на хорошую сумму. Лагерь каменотесов завершено. Давай. Строить мне пока ничего не надо. 52, может хоть кто-то придет. Девять камней. А мне что там надо? На замок-то сколько камня? А, готово. Так.
Делаем вот так. И замок у меня тут будет прям в середине стоять. Ну, я громко зову его замок, он не замок, конечно. Отлично, да. Строим. И, естественно, дорогу. Вот другое дело. Каменотес, извини. Иди работай. У вас все для этого есть. Доступный отряд наемников. Увы, о, 20-ка появилась. Отлично. Морковка, сами такие. Я, в общем, за курицу был, ну ладно. Вот морковку тут можно. А вообще тут нужен второй уровень, на самом деле. Нет, не нужен. Чё по шкурам? 10 шкур, в принципе, да. Что-то есть. Ну вот, от разбойников я более-менее сейчас отмажусь. Можно. Так, погоди, дайте подумаем. Я могу еще овощей бахнуть. Давайте. Это большая фигня, туда овощей можно. 27 у меня осталось. А вот это маленькая фигня. Сюда можно либо козятник. Давайте, это будут шкуры и одежда. Да. Сюда можно, а не можно. Идем дальше. Ну, будут шкуры, а тогда можно делать одежду. Ну, сначала замок, естественно. Ну, замок, я город зову. Замок. Он не замок. Ну, вы поняли. Так, вместе с тем, у меня вот тут бесконечный ресурс. Богатая залежь. И надо тогда карьер сюда. Вот так. Надо этим заниматься. У меня будут деньги так. Потому что, да, дрова с одной стороны хорошо. 20-ка. Еще 20-ка. 40-ка. Прибыла семья. О, вот. Пошло. Так, что у нас тут? Древесина, да? Руби. Дровосеков нет. Пилорама есть. Дай пока пилораму нафиг. Дровосеков, да. Три вида еды. Нормально. Одежды нет. С одеждой будем сейчас разбираться. Тут чё? Ну, ничего еще не тащили, ну ладно. Во, 59, нормально. Начали люди прибывать. Людей пока кот наплакал. 12 человек я могу выставить под это, так сказать, под ружье. И то не факт. Давайте посмотрим. 12 человек, да, могу под ружье выставить. Мало. Усадьба выше, говорю, иди нафиг. Только мой скромный домик. Так, запас топлива 10-ка, допустим. Я так понимаю, тут будет... Так. Крепостной стены, внешняя башня. Сторожевая башня. А что на нее надо? А. Погодите. А так дружина какая у меня. Ладно, строите. Пять человек дружина. А, я понял. Да, все. Все, я понял. Так.
А, налоги, 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 налоги. А, ну сами перестраивают. Молодцы. Снести, пока не надо. Я не понял. А что вы строите? Идет строительство. Чего еще раз будет усадьбу строить? А, ну ладно. Я не понял, ну ладно. Что они там строят? Багуется что ли? Что ты делаешь? Они сразу сами строят. Вот это я дал. Да, лоханулся. Бак. Бак. Куда деваться? А, нет, башню все-таки строят. Ну все, ладно. Короче, пока я не построю, то налогами не могу управлять. Вот в чем дело-то. Так, что у нас следующее? Два хозяйства, второй уровень бахнуть. Хорошо. Из 10, ну, надеюсь, натащит сейчас. Что тут у нас? 4 вида еды, отлично. Никто не хочет во второй уровень. Почему-то, видите, одна еда на рынке у них. Хотя их две. Ну ладно. А все тут что, никого нет? Ладно. Лавки нужны, лавки. Чтобы был разнообразие было в еде. Потому что одна лавка с дровами тут стоит. Одна лавка с едой, в еде тут только ягоды. Какая-то фиготень. Так, камень не нужен. О, прибыла семья, отлично. Карьер построили? Не построили, ладно. Так, что у нас тут? 7 месяцев, нормально. Что тут? Пустые. Двадцать денег. Двое дров. Такой себе, пока не буду. Так, ларек с едой завершен. Два человека нормально. Ну, давайте достроить его уже, ну сколько можно, да. Ну, 250 влияний уже откуда-то. А надо, по-моему, 2000, чтобы притязание там на район объявить. Построили? Молодцы. Скорость меньше. На люди. Налоги. Минус 5. Издеваетесь? Минус 5. А ты на что? Обмен церкви дает влияние. Давай вот так вот потихоньку. Какое. Ладно. Но я между 10% не могу, но мне надо. Что значит по одобрению? Ладно. Посмотрим. Если сильно в минус пойдет, тогда будем что-то делать. Это где? Я тут сразу дружину и бы направил, но у меня дружина маленькая. У меня дружина 5 человек. Мне кажется, она с разбойниками не справится. А сколько там разбойников? Неизвестно. Хотя вы знаете, а давайте.
Так, где разбойники? Где-то тут, да? Распоряжаюсь им не я, ну и ладно. Сюда. И у меня копейщики. Копейщики, правда, почему-то пикинеры. Погнали. Идите шаг, мне надо, не надо. Пусть шагом идут. 20 с чем-то человек, нормально. Так, карьер. Отлично. В карьере человек. А, тут надо строить эту обжигалку. Забыл, как она называется. Печь для обжига. Черепицу делать, короче. Прибыла новая семья. Шикарно. Так, что-то по идее, воде, топливу. Все нормально, да? По ягодам. Умножим. А, и так вас двое. Отлично. А тогда по охотникам. Другого феодала. И другого феодала. Кого бьем? Высадить на армию другого феодала. Угу. Че и говорить. Где тут? Упыри. Адвенс, пошли, адвенс. Они не устают, так что все хорошо. Сырье где-то было, да? Вот это, наверное, нет. Вот, нет, не это. Вот сырье, да? Да, глина. Угу. Ну, пойдем. Заработаем себе репутацию. Или просрем все сразу. Так, давайте. Знаете, что я сделаю? Я сохраню. Вот это. В боевке местной я пока не очень. Двадцать четыре человека. Ну сколько тут? Ну 36 может быть, да? Непонятно. Ну ладно. Я хочу эту территорию. Хочу. Окружают, окружают. А, вот так. Я фразил в себе. Сокровищница. 150, отлично. А, понял, на свою территорию надо прийти. Хорошо. Так, ну я у разбойников-то выпилил, а что теперь-то? Что у нас теперь? То есть разбойников могу ходить пилить своей дружиной чисто. Интересно. Это ополчение для этого не нать. Буду знать. Так, 253 деньги. Естественно, я сейчас усилю свою дружину вообще по максимуму. А, не могу. Ладно. Так, печь для обжига бахнули, да? Молодцы. Только в десяточку. Мясо, овощи, ягоды. Козы. Ничего, да. Куры. Как у вас тут? Запас еды на рынке, да вы издеваетесь. Человек надо еще. Надо еще людей. Да не надо на паузу ставить. Где там мои орлы? А что, влияние-то у меня такое странное, да? Я вроде зачистил, а влияние не влияние.
Ладно. Так, улучшать. А вот все деньги. Да? Вроде да. По 50. Угу. Не, погодите. Что-то как-то странно. Что-то не могу нанять, да? А, наверное, потому что они не дома. Они там еще пробираются. Где-то тут пробираются. Наверное, не знаю. Ну, 53 нормально. Так, мне нужны еще люди. 12 домов, 11 семей. То есть где-то у меня дом без семьи. Че, курятник давайте. Так, тогда дом давайте еще строить. Дом строите и давайте строить мастерскую по... Ну, срамятня. Да. Так, вот там будет моя это... Мой домик. Так. Не вернулись еще? Да что-то нет. Я бы нанял. Но... Да. А, вот деньги. 253 влияния. Смотри, бабло-то у меня... Ладно. Все, понял. Короче, люди нужны. Пассивное поступление. Ой, ты пассивное, ты поступление. Нет, это издевательство было. Спасибо. Так, овощи. Так. Надо узких наставить, чтобы каждая семейка управляла, ну, чем-то мелким, да? Курятник там, еще что-нибудь. Давайте. Мотаем дальше. Так, что у меня? Так, 5 месяцев, доступны наемники. Да, им каждый месяц платить, а так-то все хорошо с наемниками. Так, лесоруб, лесорубит. А, дровосек, дровосечит. Пилорам, пилорам стоит. Так, новая семья пришла. Ага, хорошо. Лесорубов надо ставить. А, леса, ну этих. Присоединились, да. А, глина есть? Глина 0, не понял. Добывает руду, ждет. Так с интересом так на них. А? Чё? Склад. Склад есть. Укладывать человек посадить. В кладовочку. Запас еды на рынке говно. А, вон вернулись, ребят. Сейчас работа закипит.
И до 5 месяцев топливо 4 месяца. Ну, бывает. В принципе, люди готовы разрастаться. Поперл глина, хорошо. У меня еще одну семейку, и будет прям очень здорово. Хотя так 12-12, видите. То есть надо еще дома. И дома надо мелкие. Сейчас попробуем. Допустим, вот так. Дома с пристройками, но мелкие. Вот то, что надо. Вперед. То, что надо. И надо выходить в... Угу. Надо выходить уже в хлеб, в пшеницу, в такое всякое. Ну ладно, уже какая-то у меня войско какое-никакое есть, это радует. Срамять не надо разбираться, нужен человек. А, нет, печь для обжига. А срамятня? А, вот срамятню еще не построили. 74 деньги, это, конечно, хлеб. Апгрейд? Две доски, апгрейд. Апгрейд. Быков будет больше. А человек сидит у меня в фактории? Сидит, работает, торгует, нормально все. Люди еще нужны, люди. Тут что? Строительство. Тут все, да, тут козятник, все здорово. А где у меня пишутся шкуры, все вот это. 19 шкур, прям надо работать уже. Так, строительство завершено, прекрасно. Погодите, это большое хозяйство, да? Да, можно расширять. Это пока... Ну, допустим, сад. Полтишок, давай, ладно. И сразу расширим. Все, людей можно присылать. Можно присылать, да, сейчас пришлют. Так, что у меня? 20-36. Вот это снижение. Ну да, согласен. Так, никто к нам не придет. Это было бы неплохо. Я срамять не хочу построить. Печь для обжига тоже зашибись. Доступного отрядной. О, как здорово, да? 45 каждый месяц, да? Ой. А сколько у вас? А вот сколько их? 36, наверное, стандарт, да? Или прям этот отряд у тебя будет хо-хо такой. Чело что-то ржут. А, там хлева построили. Хлева. Почем зажимность-то? Двадцатка, давай. Что такое? Да, продукты заполнены. Первый раз такое наблюдаю. Продуктов? Вы уверены? Что-то я бы не сказал. А, вот тут у вас заполнено, да? Ну что, такое вывозить, выносить и все такое. Ягоды две, ага. Ноябрь еще. Так, два человека у меня освободилось. Всего ноября, амбар. Есть человек, да? Давайте вас двое, будете шуршать. А одного посажу обжигать. Потому что глина есть? Глина есть. И мы будем торговать черепицей, господа. А вот тут надо открывать. Она так не продается. Молодцы, хорошо строят, быстро. 23 деньги мало. Но у меня не каждый месяц есть на оплату наемникам, вот в чем беда-то. Так, давай сейчас срамять не пойдем. Все хорошо.
Доступны указы. Ну, там указы, мы знаем эти указы. О, срамять не устроит. Что, у меня одежда появится, или будут довольны в большей степени. Пыщ. Так, чё, апнули? Такая пустая, что там. Ага. Так, хорошо, а что имеем? Топливо по 5 месяцев. Ларек с одеждой появился. Живем. Бревна. Дровосеков. Пилорама. Человека надо. На пилораму. Буду знать. Но, в принципе, процесс идет. Что-то у нас по шахтам. Снятие шкур. Вот шахта. Она через выжигание угля. Ну, будем. Будем. Хозяйство второго уровня надо бахнуть. Выжигание угля, да, это актуально. Так. Раз хозяйство второго уровня. Два хозяйства второго уровня. Вот так. Хе-хе-хе. Новая семья пришла, да, здорово. А тут никого, да. А, вот мелкая, да? Получаем. Почему? Потому что там можно будет ставить уже тогда что-то продвинутое. Так, черепица, 7 штук. А, люди появились. Отлично. Пилорама. Люди. Пилорама. Так, что у нас по козам там? То есть век, блин, мало. Дрова, хорошо. Кожа есть, да? Чем недоволен? Чуть не хватает, да? Три вида еды на рынке, потому что надо. И уровень духовности выше. Согласен. Апгрейд церкви. 10 черепиц. Ну, сейчас надо наплавим черепиц, все будет. Поселение повысит уровень, сразу сюда выжигание угля. И следующий будет шахта, и у меня черепица превратится в постоянное мое сырье. Так, выжигание угля. Где? Вот. Ух ты, какая ты большая-то. А давайте сразу вот тут, чтобы далеко не ходить вам. Это решит проблему с дровами, а то там немножко проблемно было по дровам. И до 2 месяца, блин, февраль. Но ничего, сейчас скоро уже. А, вытянем. Охотничий квота. Дикие звери. Хорошо. Так, сажаем человека сюда. Да, вы недовольны, я знаю. Что это такое? Ежегодный королевский народ. Лок, полтинник надо. А когда вы так успели с королевским-то налогом? А, ну да, тестовая версия. На тестере. Привет от тестеров, да. Маленькую скорость. Люди есть. О чем тут бахнем? Мы тут можем бахнуть. Можем сапожную мастерскую бахнуть. Из железа ковать. Обувь.
Вот, будет обувь, это хорошо. Погодите, у меня были деньги, значит. Ну да, были. Ну да, были. 32 черепицы. Так. Апгрейд сорпю. А, мне открыть нечем. Надо 80. Накопим. Налоги, налоги. Королевские налоги. Ежегодные, ежемесячные? Ежегодные. А, ну не успею. Увы. Давайте посмотрим, чем это чревато. Но этого не было. Так. Давайте пока уберем. Строить будет кому. Ежегодно. Ладно. Но не ложился я в ежегодный налог. Но меня король просто не любить будет, я знаю. Я знаю, чем это пахнет. Замечен противник. Где к того? Это ко мне? Нет. А кто противник? Разбойники, аутло. Ну, как бы они-то мне не мешают, по большому счету. Хорошо, вот куда они идут, конечно. О, лагерь бандитов. Ладно. Игра прям залипучая, да? Сидишь, залипаешь. Задание выполнено, разбойники. Выполнены, чё? Ладно. Я там в минусе. Ну фиг ли делать-то? Рабочая зона пустует. Кивен собирателей. Ну пустует у вас рабочая зона, чё? Так, погоди, погоди, пауза. А откуда у меня бандиты здесь? Погодите, загрузить когда было? Загрузить. А, они ко мне пришли. То есть они, не знаю, тэпнулись или еще что-то. Осень. Там была зима. Так. Тут строят еще. Угу, такое. Откатился я немножко назад, да, получается? Охотники есть. Зверей 6. А, пусть сидит. Есть. Нет. Есть. Все нормально. Все, тогда давайте на этом тормознемся. Жмите, пишите. До новых встреч.